тебя найдут.
судьба ожидает всех, кто приблизится к южной окраине Корейского полуострова или его прибрежным водам. Однако город нельзя назвать мертвым. Суперкомпьютеры продолжают работать на энергии местной приливной гидроэлектростанции. Сетевой дозор предупреждает, что без наблюдения находящиеся в Пусане эскины со временем могут стать агрессивными. Корпорация Арасака уже возложила ответственность за кризис на Милитех, сотрудники которого бомбили Пусан. Президент Соединенных Штатов Америки Розалинд Майерс отказалась от комментариев. Тем временем в Европе правительство Падани в очередной раз проводит кампанию против черных археологов, ведущих нелегальные раскопки на территории Венеции. В последней стычке погибли семеро карабинеров и четверо грабителей. В руинах города, скрытого в море, осталось много бесценных произведений искусства. И спрос со стороны коллекционеров лишь воодушевляет расхитителей. Сообщается, что стоимость скульптур и ювелирных изделий, добытых в ходе нелегальных раскопок в Венеции, на данный момент составляет 1/3 ВВП Падани. Большинство украденных произведений искусства выведено на частные орбитальные станции, что затрудняет их возвращение. И дальше на запад. Швейцария к 2080 году станет первым государством, которое полностью автоматизирует свою армию. Уже сейчас 90% швейцарских войск – киборги, дроны и автоматизированный транспорт. Оставшиеся 10% – офицерский состав. Именно их обязанности примет на себя СВС Бача, являющаяся полностью автоматизированной системой командования. Как говорится в официальном сообщении правительства, отныне мы действительно нейтральная страна. СВС Бачем будет охранять наши границы, но ни при каких условиях не выставит Швейцарию агрессором. Это все на сегодня. Спасибо. До встречи в новом выпуске.